Ульяновске прошел межрегиональный съезд краеведов «Волжские земли в истории государства российского». Мероприятие приурочено к юбилею со дня рождения Николая Михайловича Карамзина. Встреча, проходящая в регионе во второй раз, собрала на одной площадке краеведов, учителей, исследователей и экспертов международного уровня. Мы хотим, с одной стороны, познакомить краеведов, работающих по близким тематикам друг с другом, а во-вторых, в какой-то мере модифицировать работу, поскольку, откровенно говоря, нас не все устраивает вот в этой работе. Но здесь очень важна постепенность, очень важна последовательность. Ну, я думаю, мы справимся. На съезде краеведы со всех уголков Приволжского федерального округа представляли свои проекты, выступали с докладами перед коллегами и обсуждали актуальные проблемы отрасли. Константин Шапкарин, издатель, приехавший на встречу из Саранска, презентовал книги для детей про историю народа Мордовского края. Среди детей сейчас дети очень по-другому относятся к книге. Им не нравятся толстые книги, они их пугают. Им нравится, что, допустим, в книге очень много иллюстраций, но она не должна быть большой. Желательно, чтобы она даже помещалась в карман. Да я так замечаю, что и взрослые люди тоже, например, к книге стали относиться немного по-другому. Больше как к сувениру. Краеведы уверены, что такая площадка поможет совместными усилиями сформировать пути и задачи, способные повысить методологический уровень научных исследований, организовать пропаганду культурного наследия регионов и популяризацию краеведческих знаний. Юлия Дегтярева, Павел Макаров, Новости Ульяновской правды.